Кроме Легиона Свободы России, который, кстати, сражается под Бахмутом. Да, слышал. И, кстати, в контратаке, которая была несколько дней назад, когда наши отбили неделю, может, этот, они очень круто разметелили опорный пункт вагнеровцев. Так это, в ноль зачистили. Молодцы ребята вообще. Не перестают поражать. У нас башкирская рота появилась. Башкирская рота? Башкирская рота. Она не в легионе, она отдельно в ЗСУ сейчас. Но это целая уже рота башкир, которая, ну, и примкнувшая. Уроженцы башкири, они не все башкиры по национальности. Там и русские есть. Но они вот именно назвали себя башкрот или как-то там, я еще уточню. Башкортостан, может быть. Да. Ну, как-то они себя назвали. Вот отдельная целая рота есть. Они набрались и захотели быть национальным подразделением в составе. Ну, вот, пожалуйста. То есть у вас приветствуется национальное подразделение в составе? Да, у нас приветствуется. То есть могут и татарские появиться, например? Ну да, у нас тюркское подразделение появилось. Туран называется. Туран, тюркское. Тюрки, да, но оно собирает разных людей. Я так с разных, да, конечно. Не только с Татарстана, но с других мест. Нет, тюрков. Тюрков. Так. Хорошо. Я слышал о потерях в легионе России убитыми один человек или два человека. Да, есть потери, да, несколько раненых, один убит, но сражаются они как львы, реально. Они демонстрируют. Но мы-то как раз. Вот, кстати, разница отношений. Вот российские граждане готовят российские офицеры. И российское начальство применяет, как мясо. Для нас это граждане страны, которые против нас воюют. Угу. Многие из них воевали против нас. Мы даем им лучших инструкторов, лучшее снаряжение, лучшую подготовку. Вот разница, да? Угу. Ну, вот это цивилизационная пропасть. Это вот в этом разница между Украиной и Россией наиболее глубокая и состоит. Угу. Как цивилизационных моделей, да? Ну, неотменяемо то, что Россия – это тирания деспотическая. Украина при всех издержках, мягко так выразимся, но это демократия все равно. Демократия.